Альфа-банк Казахстана все шире осваивает Карагандинскую область. Состоялась официальная церемония открытия филиала банка в Караганде. С открытием нового офиса Альфа-банк поздравили клиенты и партнеры. Интенсивно развивающаяся Карагандинская область прочно входит в сферу деловых и стратегических интересов Альфа-банка. Это первый российский банк в Казахстане. Он начал работать с 1994 года, а с 1999 представляет свои услуги и в нашей области. С открытием нового офиса в Караганде начинается новая страница истории филиала. Офис оснащен необходимым банковским оборудованием, удобными кассами и депозитарием, сейфовыми ячейками. Отделение выполнено в деловом корпоративном стиле Альфа-банка. Комфорт и лаконичность дизайна нового филиала создает приятную деловую атмосферу клиентам. Альфа-банк Казахстан является дочерним банком российского ОАО «Альфа-банк» и входит в международную банковскую группу «Альфа-банк», представленную в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-банк имеет безупречную деловую репутацию. Альфа-банк Казахстан специализировался на корпоративных клиентах. То сейчас мы очень активно идем в розницу, значит, малый бизнес, средний бизнес, массовый сегмент клиентов, но и не забываем наших корпоративных клиентов и крупных корпоративных. То есть, в принципе, нам хватает ресурсов двигаться по всем направлениям. За 2012 год активы акционерного общества «Альфа-банк Казахстан» выросли на 32%. Собственный капитал достиг 22,2 миллиарда тенге. По состоянию на 1 января 2013 года ссудный портфель банка вырос на 72%. В структуре пассивов Альфа-банка средства клиентов выросли на 38%. Банк намерен расширять клиентскую базу за счет мобильности и справедливой тарифной политики. Карагандинский филиал акционерного общества «Альфа-банк Казахстан» широко распахнул свои двери для всех заинтересованных лиц, как физических, так и юридических. Новый офис удобно расположен на улице Бухар-Жырау, дом 72/3.